Добрый день, снова с вами мастерская Дмитрия Митрофанова. И на этот раз мы представляем вам очередную композицию на морскую тему. Значит, что у нас здесь присутствует? Лодка, или скорее даже батискаф, сделан под стимпанк. Взят углекислотный огнетушитель, порезан, и из него сделана сама лодка. Рубка сделана тоже из низа огнетушителя другого. Вот у нас вот такие элементы всякие, штучки, дрючки. Сделан корпус под, то есть с клепками, подклепанный, не подсварной, как бы под старину сделан. Такой вот мудреный винт у нас из двух шестеренок. Это шестеренка привода от москвича, по-моему, с коленвала, что ли. Нет, не с коленвала, это не помню даже уже от чего. С коробки, не с коробки. Ну ладно, это не суть. Значит, это шестеренка маслонасоса жигулевского. Это клапанная тарелка. Шарики. Растение сделано из сепаратора подшипника двойного. Это москвичевская тяга коробки передач. Это у нас сделано, перископ сделан из рулевого пальца. Сателлитка моста. Якорь с цепочкой. Тут медузы, морской скат, водолаз. Потонувший штурвал корабля сделан из подшипника. Сундук с сокровищами пиратов сделан из балки Deonexia. Задняя балка, разрезана часть боковины, просто из пластин заварены. Вот. Ну и тут замочек от какого-то ящика советского, из-под электрического прибора какого-то военного. Ручки из звеньев цепи сделаны. А сама голова осьминога сделана из молотка. Молоток жестко попилен. Вот такой сваркой мы сделали ему такое тело, добавили глаза. А сами ноги сделаны из кованых гвоздей, здоровенные кованые гвозди из арматуры были. Почистили их, подраили, хорошенько обработали болгарочкой. Вот такой вот осьминог вышел. Растения опять же сделаны из сепаратора подшипников. Водолаза делал из клапанной тарелки, манишку ему сделал, а сам скафандр сделан из тормозной трубки с какого-то грузовика, не помню. Иллюминаторы вот такие сделаны под стимпанк, зарешетчатые. Ну, тут всякие трубочки, магистрали, баллончик в качестве воздушного баллона. Всякие запчасти автомобильные и прочее. Сателлитка моста с шариком. Растения вот эти делались просто из металла плоского, над которым хорошо так поиздевались. Сваркой добавили ему такие прожилки и молотком обстучали по-разному в тисках, чтобы у него такая была гнутая форма, как будто там в воде колышется.
такая композиция, достаточно такое детское немножко сказочное представление о морском дне, фантастическое. С вами была мастерская Дмитрия Митрофанова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачи!